Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марины Бартынева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Долгожданное событие для православных верующих. Поднятие купола на храм Христа Спасителя. Свидетелем стала Дарья Топчиева. Это и поступление в бюджет, и зарплата работникам бюджетной сферы, отмечают фискальные органы. Об этом и не только. Наталья Замора. В районе мясокомбината дороги не единственная проблема. Что еще так волнует жителей, узнавала Юлия Денишкина. Строительство храма Христа Спасителя в Армавире движется к своему завершению. 26 июля на глазах нескольких десятков прихожан произошло торжественное поднятие купола и креста на вершину здания. Наша съемочная группа стала свидетелем исторического события. Утренний молебен начал праздничный день. В единой молитве служители прихода Рождества Христова и его прихожане просили Бога благословить поднятие купола и креста на строящийся храм Христа Спасителя. Ускори на молитву и почися на умоление. После молебна протоиерей Иоанн Геливан осветил купол и крест. Их поднятие – долгожданное значимое событие для всех православных верующих. А для города в целом оно имеет еще и историческую значимость. Для нас очень символично поднятие креста, символа нашего победы, символа нашей защиты, не только нашей, но, собственно говоря, и всего города. Каждый раз, когда люди приходят в храм, они всегда не на пол смотрят, вот подходя к храму, всегда куда голову? Поднимают голову вверх, видят крест, крестится, и крест им символизирует о том, что Христос действительно является нашим Спасителем. Тот факт, что при приходе Рождества Христова сначала был построен храм Иоанна Крестителя, а совсем скоро будет возведен храм Христа Спасителя, имеет очень глубокий смысл. Из новозаветной истории известно, что Иоанн Креститель был предтечей Иисуса. Он призывал людей к покаянию, крестил в реке, тем самым подготавливал путь Спасителю. Особый смысл несет и качество материала, из которого выполнен новый храм. Дерево уступило место кирпичу, здание непоколебимо, на века, как на века значение прихода Христа на землю. А из каких материалов изготовлены купол и крест, рассказал сам протоиерей Иоанн Геливан. Купол, который мы сегодня поднимаем, он изготовлен из металла, то есть это металлокаркас, покрытый деревом и сверху покрытый чешуей специальной из меди. Эту медь мы привезли из Екатеринбурга, кровельная медь. Она со временем потемнеет, так было и запланировано, чтобы купол сам был темный. По примеру вот этих старинных храмов, сама верхняя часть купола, она сохранит свой золотой цвет. То есть крест покрыт из нержавеющей стали, покрытой нитридом титана. Поднятие креста и купола собрало немало верующих. Несмотря на то, что работы затянулись, никто из прихожан не уходил. Ждем спасения, чтобы все было хорошо и добро, чтобы мир существовал, чтобы дети жили, здравствовали. И родители им радовались. И вот спустя несколько часов купол весом 5,5 тонн все-таки поднимается на вершину здания. Десятки глаз следят за тем, как на высоте 26 метров его устанавливают с помощью подъемного крана, специально заказанного из Краснодара. Следом на купол воздвигают крест. Всего высота здания теперь составила 38 метров. Полностью строительство храма будет завершено через год. А первую службу в храме Христа Спасителя, по словам протоиерея Иоанна Геливана, планируют провести на Рождество в январе 2013 года. Дарья Топчиева, Александр Жирелиев, служба новостей Армавира. Уведомления на уплату имущественных налогов уже направлены физическим лицам. В какой форме они представлены сегодня? Об этом и не только вы узнаете из репортажа Натальи Замора. «Заплати налоги и спи спокойно» – это крылатое выражение известно буквально каждому, но далеко не каждый его придерживается. Налоговым органам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 13 России по Краснодарскому краю физическим лицам уже направлены уведомления на уплату имущественных налогов на землю, транспорт и имущество. Они представлены в новой форме. Новое налоговое уведомление имеет обратную связь с налогоплательщиком. То есть, если вы при получении налогового уведомления обнаружили какие-либо ошибки, вы можете сообщить, отправив заявление по почте в налоговый орган, либо предоставив его лично. Ранее уведомления направлялись по каждому налогу отдельно – земельному, транспортному и имущественному. Также были и разные сроки уплаты. В связи с внесением изменений в законодательство теперь установлен единый срок, который выпал на 1 ноября 2011 года. Те налогоплательщики, которые обнаружили какие-либо неточности,
в налоговом уведомлении, они могут заполнить заявление, которое прилагается к направленному уведомлению, и представить его в налоговый орган. То есть, если налогоплательщик уже не владеет каким-либо объектом, участком или транспортом, которые указаны в налоговом уведомлении, то он имеет возможность сообщить об этом в фискальные органы, заполнив заявление. Наталья Замора, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В районе мясокомбината жильцы жалуются на большую яму в асфальте. Она мешает как водителям, так и пешеходам. Особенно мамам с колясками, ведь именно эта дорога ведет в детский сад. Что еще волнует армавирцев района мясокомбинат, узнавала Юлия Денишкина. Большая яма посреди дороги – это, к сожалению, не 3D-рисунок, а реальная проблема. Не только проезжая часть, но и тротуар пестрит буграми и выбоинами. Родители, которые водят каждый день своих малышей в расположенный рядом детский сад, тоже не в восторге. Мешает, конечно, машинам проезжающим, и с коляской неудобно очень, объезжаем постоянно. Есть еще ряд проблем, которые беспокоят жильцов спального района. Любители покататься ночью под окнами дома с ветерком и музыкой тоже порядком выводят людей из себя. Ну, естественно, дорога должна быть дорогой. Она не должна быть в каналах и рытвинах, естественно, это. А вот что касается дороги самой вот за домом, это вообще невыносимо. Ночью спать невозможно. На машинах до того носятся, как, я не знаю, как на самолетах. Мотоциклы. И особенно еще вот мотоциклист один у нас здесь появился, какой-то черный весь одетый. Это вообще кошмарное что-то. Жители района откровенно признаются, что до них никому нет дела, и они уже смирились с подобным к ним обращением. Я живу здесь очень давно. С самого начала, как дом построили, получила сразу здесь квартиру. Ну, эту дорогу, по-моему, как вот это сделали с самого начала, 20 с лишним лет назад. Так она до сих пор и существует. Это все наша камера зафиксировала на пересечении улиц Луначарского и Чернышевского. А немного ниже, напротив домов, где живут переселенцы, которых поселили здесь после наводнения в 2002 году, пестрят груды разноцветного металлолома. Приглядываешься, понимаешь, это остатки от детской площадки. На мясокомбинате в районе, так называемом Подтопленцев, есть очень опасная детская площадка. Вот как посадить на эту качель-карусель ребенка и быть спокойным за его жизнь? Ну а в детской песочнице детям придется здесь возиться не маленькой пластмассовой лопаточкой. Тут скорее лом подойдет. Вот и остается подрастающему поколению наблюдать за тем, как ржавеет и догнивает когда-то пестрые и прочные сооружения для детской площадки. Мы хотели бы, конечно, площадки, как у нас вот во всех дворах, с качелями, с горками, с маленькими, с песочницами, с маленькими качельками для маленьких деток, чтобы не было такого беспорядка. Тут боимся деток катать, чтобы они головы все не расшибли. Как бы хотим площадку, как у всех. Плюс ко всему этому, в высокой траве на той же самой площадке маленькому ребенку не мудрено и потеряться. В общем, надежда на благоустройство прилежащего к домам участка, как говорится, умирает последней. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Пожар зафиксировали армавирские огнеборцы в одном из домовладений в четверг, 26 июля. В городе едва не сгорели несколько частных домов. Огонь вспыхнул в гараже одинокой пенсионерки. Из-за сильной жары и ветра он распространился в считанные секунды. Женщина сначала пыталась потушить пламя сама, но, получив ожоги, выбежала на улицу. Соседи вызвали пожарных. Горело 70 квадратов, старый гараж и летняя кухня. Огонь полыхал в нескольких метрах от соседних жилых домов, а ветер был настолько сильным, что жители всей улицы в страхе выбежали на улицу. На месте работали 3 пожарных расчета. Огонь удалось потушить быстро. По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Возможных причин пожара может быть много, но пока предположительно причина пожара – нарушение правил эксплуатации электропроводки. То есть или же короткое замыкание в связи с замыканием проводов, нарушением изоляции, или же просто разрушение изоляции и, соответственно, повышенный нагрев. Госавтоинспекция хочет запретить езду на скутерах без прав. ГАИ России обеспокоена ростом числа ДТП с участием водителей мопедов и считает необходимым запретить управление скутерами без прав. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель ГАИ МВД Владимир Шевченко.
Только за первые 6 месяцев текущего года водители мопедов совершили более 3000 ДТП, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 170 человек, что на треть больше, чем в прошлом. Практически каждый из 13 совершивших ДТП водителей был пьян. Шевченко посетовал, что ответственность за нарушение правил дорожного движения водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств минимальна, так как водительское удостоверение для управления ими не требуется. Продолжение темы. Идея введения водительских прав на управление скутера понравится далеко не каждому обладателю данного двухколесного транспортного средства. А вот как смотрят на это другие участники движения, выясняла на улицах города наша съемочная группа. Какая-то ответственность будет у них. А так они гоняют беспредельщики. И страдают люди. Ну, я думаю, это правильно, потому что очень часто аварии стали происходить именно связанные с неправильным вождением скутера. Я не могу сказать, я не водитель. Потому что бьются постоянно. Постоянно аварии, постоянно трагедии. Правильно. Хотя потому что каждый, кто хочет садиться за руль, могут сбить кого угодно. Я считаю, это правильно. Почему? Ну, потому что им нужно учиться ездить на дорогах правильно. Конечно, надо. Я тоже считаю, что надо. Они же мчатся, как не знаю кто. Особенно у нас там, по Лермонтово, через двор. Молодцы, надо. В рамках краевого туристического форума, проводимого Департаментом молодежной политики Кубани, регион 93 в этом году в Северском районе, в урочище Крымская Поляна, прошла тематическая смена «Молодой учитель». Поучаствовать в ней могли все педагоги в возрасте от 18 до 28 лет, отправившие заявку в Центр развития образования. На днях из поездки вернулись сырмавирские молодые учителя. Одна из них – педагог-психолог школы номер 6 Анастасия Богумилова. С ней встретилась и наш корреспондент Дарья Топчиева. Делегация Сармавира составляла 12 человек, то есть 12 педагогов, 12 девушек отправились туда. Там мы находились неделю, жили в палаточном лагере. Во время этого форума проходили как лекционные занятия, так и развлекательные мероприятия, в том числе и спортивные мероприятия. Лекционные занятия у нас проводили выдающиеся педагоги Краснодарского края. Так как это туристический форум, много лекций было посвящено именно организации туристических походов, каких-то туристических мероприятий в пределах школы. Очень много лекций было посвящено работы с трудными подростками, с неблагополучными семьями. Нас посетили руководители и заместители департамента образования Краснодарского края. Это Синюгина и Барачна нас посетили. Нас посетил также протоиерей Александр Игнатов, который провел у нас лекцию на тему веры. Присоединился к нам во время обеда и сыграл нам на гитаре очень задушевную песню. У нас каждый день, каждая минута была расписана до секунды. Спортивным мероприятием мы катались на велосипедах по лесу, мы лазили на скалы, мы ходили по веревочному парку, всевозможные волейбол, баскетбол, то есть командообразование. То есть все направлено было на то, чтобы нам было весело, чтобы у нас образовалась команда, мы сплотились, и нам это запомнилось надолго. У нас 2 дня отправлялись волонтеры на помощь в город Крымск. И проходила такая социальная акция, которая называется «Лавочки». То есть нам предоставили 20 лавочек, так как количество отрядов было 20, нам необходимо их было разукрасить тематически. И эти лавочки в последующем будут отправлены в город Крымск, в пострадавшие детские сады и школы. Это радуга. Радуга – это символ победы над всемирным потоком. Поэтому это как символ того, чтобы в городе Крымске такого потока больше никогда не было. В конце уже самого форума каждому участнику был выдан диплом о участии. Также выдавали медали за спортивные соревнования. Хочется сказать большое спасибо нашему городскому центру развития образования, в частности Мартыновой и Терещенко Ольге Николаевне, которая за нас переживала, каждый день звонила, спрашивала, как мы устроились о нашем самочувствии. Теперь я знаю, что я могу обратиться не только к педагогам, допустим, нашего города, я могу позвонить в какой-то другой регион, им поинтересоваться, как мне поступить в той или иной ситуации или перенять опыт какого-то другого района, какой-то другой школы или какого-то другого педагога. И, конечно, это море ощущений, это незабываемые какие-то впечатления,
как спорт, так и само пребывание на территории турбазы. Продолжаем выпуск. 17 лет со дня создания отметило Армавирское литературно-творческое объединение «Радуга». В среду 25 июля в доме Савы Дангулова состоялись очередные литературные чтения, посвященные этому событию. Илья Денишкина наблюдала за ходом мероприятия. Сава Дангулов, уроженец и почетный гражданин Армавира, завещал свой дом именно для подобных встреч. Городские поэты уже 17 лет собираются здесь, чтобы делиться своим творчеством, помогать начинающим талантам раскрываться. Сегодня, спустя 17 лет, состоится уже очередное, ставшее привычным, заседание «Радуги», но, естественно, торжественное по случаю 17-летия, такой вот подростковый возраст, можно сказать. За это время выпущено 5 совместных сборников местных поэтов, более 50 авторских книг. И еще в объединении «Радуга» воспитали 2 членов и нескольких кандидатов Союза писателей России. Что люди ищут здесь? Ищут единомышленников. То есть, ну, можно сказать, братьев по перу, там, по творчеству. Вот, потому как вообще-то это, ну, найти не будешь на площади читать стихи. Здесь можно, здесь все условия для того, чтобы свое творчество донести до слушателей. Поэты собирались и читали свои стихотворения. Кто-то уже бывал в этом кружке не раз, а кто-то пришел впервые. Вам бы снова Стеньку Разина, да и Мельку Пугача, окровавить Русь бы казнями, да крушить все сгоряча. Разделить добро и звание, деньги, почести и власть, отправлять умы в изгнание, да народ в гулагах класть. Нет, не будет воскрешения Богом проклятых дорог. Я за Русь. За Русь весеннюю, за счастливый эпилог. А вот еще одно стихотворение, которое отец-поэт написал для дочки, находясь в разлуке с ней. Как леди Лондона одета, скользит Мария по паркетам. В Царскосельском первый бал, где Пушкин юный танцевал. Шашлыкиады будут тоже, ведь без банкетов жить негоже. Но больше лекций и зачетов. И бук студенческих учетов, пока стипендия придет. Молодое поколение в лице Александра Шагалова не отставало от наставников и декламировало всем на радость одно из своих произведений. Такой четверостишие. Угу. Тебя я видел ночью у Алькова, как ты молилась и сплетала пальцы рук. И до божественного слуха твое слово неслось, минуя комнаты и слуг. С каждым годом «Радуга» вбирает в себя все больше ярких талантов, старается помочь выбрать правильное направление в творческой деятельности и всегда рада видеть новые лица у себя в литературной гостиной. Юлия Денишкина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Ежегодно 26 июля профессионалы и любители парашютизма отмечают свой профессиональный праздник – День парашютиста, который пока еще не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди приверженцев данного вида спорта. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Мухартовым впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетом. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском Союзе. Парашютный спорт увлекает и женщин. 14 июля 1931 года впервые в СССР совершила прыжок с парашютом Валентина Кулешова. Сейчас в России парашютные прыжки с самолетов и аэростатов исчисляются десятками тысяч, а прыжки с вышки – сотнями тысяч. К примеру, в Армавирском аэроклубе на аэродроме хутора «Красная Поляна» парашютисты часто совершенствуют свои летные навыки. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы «Твои новости» на форуме «Медиагрупп». Можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание и до встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж.